Сегодня второй по счету за третьим от сезона. Наш мотоклуб «Фортуна Хантерс Мисс Сиборг» висит за 4 года. Закрытие такое мероприятие уже грустное, все-таки холодно на улице. И сегодня было порядка 40 мотоциклов. Ну, все мотоциклы, почти все, поставили уже на стоянку и продолжаем праздновать закрытие мотосезона. Встреча с друзьями. Закрытие мотосезона, конечно, это уже грустное мероприятие, но праздновать радуемся. Еще будет закрытие мотосезона в Нарве, поэтому там, конечно, тоже обязательно побываем.